Привет всем моим подписчикам. Сегодня охотимся на бобра. Охотимся очень интересным образом. У нас есть у знакомого хорошего товарища плот. Вот. И будем на ней ездить и по реке. И искать бобров. Бобры будут кормиться, будем подплывать на противосторонний берег. И там уже производить выстрел, если у нас получится. Так что оставайтесь с нами. Будет, я думаю, очень классно. Вот наш плот. На чем мы поедем. Все будет в шоколаде. Расскажу про экипировку. Так, значит, теплые сапоги. Обычно у меня тут две пары штанов. Стул, потому что пластмассовые не очень хороши. Ну и плюс волшебная палочка. Это сделал из удочки. На кончик вставил проволоку, замотал скотчем. В принципе, удочка 6-метровая. Сюда примотал веревку. Допустим, если... Бобер это далеко, можно его спокойно достать. Вот. Ну, это, скажем, больше нужно, когда ты на берегу, у тебя лодки нету. Но все равно взял, вдруг пригодится где-то достать.
Та не мотор гейма. Kätte sain. Seal, kus lumi lõpeb, sinna. Suur kobras. Vaata oli. Alguses oli siin. Ja siis ujus sinna. Ja seal on. Sõida otse kõrvale sinna. Ja. Näed, see must seal selle valge kõrval. See must laik. Ja, see must ongi kobras. Sõida sinna siis kõrvale. Väga hea. Ait küll. Ei ole vaja, aga väga hea on. Ma ei olegi nii suurt lasnud veel. Oot, kobras! No. Täitsa perse see. Usso, vana perse. Ma ei jätagi see ühte. Ei ära jätab. Ma toon ta siia ära. Pane jätab koole, et raske see ühte. Nii, oota, ma lükkan ka peid. Ah, härra Pabla. Täitsa perses, vaatame juhke, jurakas. Ei, lähme edasi. Muidugi. Olen siin vaikselt alla voolu. Lähme mööda seda kallast enam. Noh, mitte otse mööda kallast, aga enam vähem siit poolt.